Доброго времени суток, мои дорогие. Давайте посмотрим Славянск. Сегодня меньше работы получилось сделать, потому что смотрела выступление Путина, и надо было именно самой слушать. Плюс параллельно еще работала, поэтому сегодня только вот два видео записала, второй, вернее, сейчас запишу. Про Славянск. Давно не делали, давайте посмотрим. Там тоже все так накалено. Но пока стабильная такая обстановка. Относительно, конечно же, относительно. Потому что и эта карта не говорит о жесткой стабильности. Нет. Стабильность есть. Ну вот стабильно какая-то сохраняется ситуация. Она может быть лучше или хуже. Вроде семья, но это не дом. Это всего лишь вот как бы обозначенная границы, но не дом. Стен нет, крыши нет. То есть это не полная, так скажем, стабильность. Но при этом есть устойчивость пока события, которые происходят в Славянске. То есть боевых действий там нет, прилеты есть, жизнь продолжается своим, идет чередом. То есть вот в таком плане. Что там сейчас происходит в Славянске? Ну, готовится к обороне, защищаться, старается что-то новое придумать, либо ждут пополнения ресурсов. Вполне возможно, что кто-то подошел или подойдет, потому что тут вот объединение как бы нескольких подразделений. Ну и тоже ведьма. И тоже ведьма. Ладно, поработаем. Даже если она хорошая, сейчас надо город раскрыть, чтобы наконец все это закончилось, иначе это будет тянуться до безобразия. Ну, давайте посмотрим, как будут развиваться события ближайшие 2-3 недели для Славянска. Это условно. Я уже не называю конкретную дату. Это все условно. Пока будет ситуация подвешена, но, к сожалению, видимо, будут прилеты, потому что тут идут потери монеток, то есть потери определенных ресурсов будут по ВСУ наноситься удары, ну и, к сожалению, возможно, потери и разрушения в городе. И будут пытаться договориться кто-то с кем-то, чтобы сохранить город, какие-то новые договоренности. Много очень переживаний, расстройств. Но вот этот период подойдет к концу. И начнутся боевые действия. При этом город будет максимально стараться сохранить эмоции. Будет движение, вот как бы и к переменам, к хорошему, да. Но это будет очень медленно и через определенные потери, которые были ранее созданы. Такая безвыходная ситуация, то есть надо будет пройти через вот эти вот испытания и решить все эти вопросы. Будут разрушения и будут потери в городе. Ну и надо будет, конечно, и жителям постараться максимально сохранить и собрать свои ресурсы, которые есть. Ну и будут, конечно, ВСУ тоже стягивать, собирать ресурсы свои. Так, давайте посмотрим, как будут складываться дела для ВСУ в это время. Вот именно когда начнутся боевые действия в районе Славянска. Тоже будут потери, будут видеть, как по городу идут или приближается к городу большая сила, и, соответственно, будут потери, будет очень страшно. Будут пытаться придумать что-то новое, предпринять, и тут же старые, то есть задействовать будут максимально все свои ресурсы.
Вот, но окажутся в безвыходном положении. Будет очень тяжело, будет очень много прилетов по ВСУ. То есть много обстрелов с воздуха. Придется принимать решение, делать выбор, определяться, куда дальше будет ВСУ двигаться. Помощь вполне возможно, что к ним подойдет, но все равно они будут из города уходить. Вынуждены будут уходить из города, чтобы сохранить свои ресурсы. Потому что противостоять этой силе они не смогут. Ну и все их планы будут просто разрушаться. Я надеюсь, что все-таки в этой ситуации будут командование ВСУ более разумное, чтобы не положить всех своих солдат, а спокойно оставить город и отойти в более безопасное место. Давайте посмотрим, как для наших ребят российской армии будет складываться ситуация в это время. Знаете, как новое вдохновение идти, и боевые действия, они будут развиваться быстро, и в городе в самом такой вот будет очень активные. К сожалению, будут с нашей стороны погибшие, но при этом все равно ребята будут действовать, и высшие силы их будут прикрывать, плюс интуиция будет помогать, и будут стараться максимально сохранить город. Разведка будет работать хорошо, и город уйдет под контроль Российской Федерации. Если вы посмотрите последние расклады, очень часто на города выходит эта карта. Если до этого были расклады, что она не выходила, но это или другая медведица там еще, вот, то как точка, что так будет. Чуть раньше, чуть позже, но так будет, что уйдет город под контроль России. Давайте посмотрим, какие могут быть опасные моменты для города и для жителей. Уличные бои, когда никто не понимает, куда кто стреляет, что вообще происходит, все с завязанными глазами, а местные жители наблюдают, что происходит. Цель будет достигнута. Наши ребята возьмут город. Будут стараться максимально его сохранить. Ну и для этого будут приложены все силы. Это будет по справедливости. Но местные жители зачастую будут непонятно, что происходит, куда вообще двигаться. А некоторые действительно не будут знать, куда им дальше направить свои стопы. Ну, например, из Бахмута ребята наши вывозят местных жителей в безопасные места, эвакуируют. Ну, боевые действия, это понятно. И берегите своих родных и близких, у кого заболевание сердечно-сосудистой системы. Придется пройти через вот это вот страхи, опасности для того, чтобы выйти, как через коридор, знаете, с одной стороны заходите, выходите с другой стороны уже другими. И на место старой жизни уже придет новое. Сегодня Владимир Владимирович очень много говорил о том, что будет для жителей новых регионов сделано. Поэтому, ну и в общем-то, по сути, победа. Окончание всего плохого для жителей Славянска. Вот такой расклад получился. Желаю вам всем, чтобы как можно быстрее это произошло, чтобы как можно быстрее наступил мир в вашем городе и на Донбассе. Всех вас обнимаю, люблю. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч!